Вот, смотрите, какую ветку он сорвал. Не-не, он сорвал ее, тащит наверх. А может, он гнездо сейчас там вьет себе? Казахстан, привет, Зарина, и вам большущий привет. Спасибо за подарочки, за розы, за динозавра, за 23. Запись громкую записать на телефон звук. Звуки, вот, у меня не получается никак его записать. Он очень много звуков разных издает. Вот, очень интересных. Я раньше не знал, что это белки такие звуки издают. Вон, как канарейка бывает, поет. Я раз сплю, слышу, канарейка на кухне поет песенки. Я понимаю, то, что птичка залетела, надо выпустить ее, окно открыть. Выбегаю, смотрю, а это он сидит, рот открывает, поет, как канарейка, представляете? Он может рычать. Рычит он, как тигренок маленький. Если вы в гугле забьете звуки белок, можете услышать. Он очень много звуков издает. Но чип у меня очень много звуков издает. Чип! Чип! Вон он там. Все нормально, да? Благодарю. Вон он, видите, он что-то там вьет. Походу, он там гнездышко решил свить. Потому что он только что вот с этой стороны взял, сорвал большую ветку, потащил ее туда наверх. Да, Антелия, эти вот моменты я тоже знаю, вот насчет костров и всего остального. Шашлыки, машлыки. Ну, как говорится, в каждом государстве свои правила. Так, где вот там он? Вон он, видите, смотрите, ветки ломает. Ломает ветки и вот туда относит. Вот такое ощущение, как будто гнездо вьет. Смотрите. А вот может, видите, может он как раз-то сейчас и учится правильно гнездышки делать и все остальное. Готовится. Спасибо, Ольга, за подарок. Ну, здесь я частенько бываю, гуляю в этом парке, да? Здесь парк, туда дальше мы проходим еще. Вот, но... Бываем и в других местах, чтобы ему было интересно разные места смотреть. Видно ничего. Так. Вон он. Красавчик гуляет. Видно, да, его всем, смотрите. Сейчас я покажу еще раз. Вот он. Сейчас. Видишь его, да? А вон он. Сидит, короче. Я сейчас всем пока отвечу. Пока этот. Так.
Ну, если белка еще заговорит, я думаю, здесь тогда вообще у нас будет пару миллионов подписчиков минимум. Потому что все захотят поговорить с белкой. Вместе гуляют. Напряженно гулять с ними до глаз до глаз. Сначала дом построить. Ну, видимо, да. О, ну видите, он ветки прям ломает. Вот, если видите, вот он шевелится. Да, и вам большущий привет. Он прям сломал. Слышь, а здесь, наверное, не слышно вам. Звуки ломают что-то там. А может сейчас он сейчас себе там гнездо совьет и не захочет спускаться ко мне. Такой, наверное, тоже же может быть. Нурлан, привет большой тебе. Вот, если видите, вот его мордочка. Вон он, ветку ломает. Ну-ка. Вот, видите, вот он. Откусывает веточки и туда, на центр, сбоку несет. Вот сюда вот он несет. Может, действительно учится гнездышки вить. А они не только на елях живут. Не видно, да, не слышно, у меня вот появилась связь. Живут, приветствуют. Так, у меня тоже белочка живет. Кларочка, а у вас белка в вольере, в клетке, да? Да, то, что природа берет свое, это прям факт. Вот, как бы я его ни пытался. Я вот даже, видите, пытался его как-то приучить к лотку. Мне интересно было, получится, но не получилось, лоток у них ходит. Вот он сейчас пытается сорвать, видите, ломает ветку, откусывает эту веточку и тащит к себе ее туда. Вот там справа, Чип, давай не упади там. А там справа такую штучку он уже сделал себе, как будто гнездышко, смотрите. Он реально, походу, гнездо себе там вьет. Макс, спасибо. Ну а что, может сейчас такое и произойдет, может он сейчас не захочет ко мне возвращаться, не захочет домой идти. Кто его знает. Значит, такое произойдет, значит, все, видимо. Но здесь я его оставлять не хочу, потому что здесь очень много котиков. Я, конечно, сомневаюсь, что сюда кот полезет, потому что здесь кора, она очень такая скользко. Чип даже бывало падал с таких деревьев. А, картинка на паузе, слышим только звук. Вы на паузе. Пауза. Сейчас тоже пауза, да? Пауза. Так, у меня нету паузы вроде. У меня все показывает. Так. Все показывает. Ну да, я себя вижу, у меня вроде все нормально. Может, перезайти вам надо? Не знаю, мне все показывает. Вас тоже видно. И чашку видно. Какую чашку?
Я тут вроде. Паузы нет никакой. Чип гнездо бьет. Перезашла, показывает. Все отлично. Значит, видимо, надо, ребятушки, перезайти. У кого не показывает. Кому интересно. Так. А вон он. Сейчас вам покажу. Вот он. Вот видите, что-то он там уже. Уже такое собрал, что-то там. Копошит, что-то делает. Вот он, смотрите, он почти гнездышко там у него вот это вот здесь. Он веточки вот так вот положил. Раз, 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 ребрами. Прикиньте. Чип, ты у меня вообще строитель, оказывается, да? Видите, нет? Вот полосочки. Раз, два, три, четыре. Четыре веточки он положил в этот. Ну да, ему, видите, интересно стало. Видимо, он там какое-то место нашел. Либо там, может, запах белки какой-то. Вот он сейчас практикуется. Смотрите, еще одну ветку отгрызает. Видите? Отгрызает еще. Работает. Но этого охламона хотел на работу устроить. Все. Вот теперь нашел он себе работу. Нет, это он сегодня только начал. Первый раз он такое делает там. А может, он решил здесь на ночь остаться и не пойдет сегодня никуда. Домой не пойдет, что ли? Чип! Вот он, видите? Вот он. Так, на ту сторону ушел. Вон, смотрите, ветки как отламывает. Видите, ветки, он прям их отламывает, откусывает. Не надо нервничать, сейчас посмотрим, что будет. У меня у самого такая впервые ситуация с чипом. Да, вот смотрите, вот отламывает ветку, откусывает ее, грызет. Ушел на ту сторону. Видите, затаскивает к себе туда. Откусил, оп, уронил. Откусил, но уронил. Ха, прикол. Так, у меня рука устала держать вот так. Сейчас, секунду. Да он не то, что далеко собрался, он гнездо, походу, вьет. Он, видите, вот. Видите, вот грызет, отгрызывает ветки. И эти ветки с другой стороны приносит. И туда их складывает. Складывает вот так вот прям, вот так раз-раз линиями. С той стороны, вот сейчас я покажу, где он делает это. Походу, он гнездышко решил себе сделать. Чип! Ну а что, все может быть все. Не вернется он сегодня, что ли? Сейчас. Сейчас попробую, может, увидите. Ну вот его видно чуть-чуть, вот он. Вот видите, кусает, ломает дерево. Веточки, видите, вот веточки надкусывает. И вот сюда складывает их. Вот здесь у него типа гнездышко вот так вот линиями. Нет, это мальчик.
У него такие орехи, что если он в баню пойдет, еще некоторые мужики постесняются. Шутка, конечно, но это самец. Это самец. Все там видно у него прекрасно. Там есть видеоролики, где у него видно. Вот он, видите. Ну, еще дозревание у него не до конца прошло. Сейчас уже сколько у него? Еще три месяца он будет превращаться в самца настоящего. Вот, через 3 месяца ему нужно уже будет гаечку подавать, чтобы он ее прикрутил. Вот он, видите, раз-раз. Отнес. Ха, прикол. Короче, мне интересно, он вернется или нет сегодня. Походу, сегодня Чип домой не собирается. Спасибо за дракончика, Оль. А как я его сейчас возьму на руки? Он все, он там занимается своими делами. Вон, видите? Вон. Спасибо, Илона. Вон, видите, ломает веточку. Не-не-не, я думаю, с хорьком у него не получится ничего. Ну вот посмотрим, у меня первый раз такая ситуация, чтобы он начал себе домик там строить. Он реально, вот видите, вот сейчас веточку надкусил, сломал, раз, отнес. Он забежал туда наверх. Вот здесь такая там штука такая у него, и вот туда веточки вот так складывает красивенько. Я первый раз сам это вижу, чтобы он домик себе строил. Не знаю, видимо, инстинкты у него, то что, видите, 3 месяца у него еще идет половое созревание будет идти. Может, инстинкты начались у него. Вот эти вот, то, что домик надо построить, потом туда самку притащить. Я, ребятки, не знаю, у меня первый раз белка. Не, ну белка у меня не первый раз, а живая белка первый раз. У вас пауза, включите камеру. У меня нету паузы, ребятушки. У меня все в порядке, вроде все видно. Ребятки, всем видно, нет? Вот он сбоку. А гнездо, вот он, сейчас я вам покажу его. Вон, как он ветки красиво разложил. А гнездо вот он строит. Сейчас пальцем покажу. Вот здесь веточки, если видите, так в ряд веточки лежат. Вот там он гнездо строит, прикиньте. Короче, удивляет малой. Но если он не вернется, я думаю... Так, новый дом, у меня пауза, так, жену будет ждать, но... Самку притащить, но видно, видно, так. Да, видно, жалко будет, если вернется. Что, у наших мужиков нет инстинкта, как строить свой дом руками, ну правильно, видите, как... Но я думаю, если он сегодня там домик построит, то он захочет огурцов. Он знает, как домой идти. Он вернется по-любому домой. Потому что он же 2 раза убегал у меня. Первый раз его 3,5 часа не было. Второй раз 2,5 часа не было. Но по истечению этого времени он приходил. Так, где он там? Сейчас посмотрю. Просто мне и зоологи сказали, да, вот кто занимается белками, они мне сказали то, что когда у него начнет половое созревание быть, ну начнется там или заканчиваться, когда будет,
то что он может убежать от вас, искать самку, строить себе дом. Вот, видимо, этот момент наступает, либо настал. Потому что он первый раз так у меня вот так залез. В магаз по-любому, да, за яблоком пойдет, потому что там у него яблоки. Кстати, вот, если он сейчас здесь построит себе гнездо, здесь магазин, он до магазина дойдет, там его яблочки дадут. Вот там живу я, туда можно будет добраться, и все будет прекрасно. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Ольга Персик, привет. Крепкого вам здоровья, с праздничками наступающими. Самка, согласен, что самка. Но я больше переживаю за котов, чтобы коты его не съели. А так, если ему нравится там. Ну, смотрите, как он. Вон он, видите, ветки ломает. Ломает веточки и делает там себе гнездышко. Да, чип у меня, видите, убежал. Залез на дерево и сам строить начал себе домик, гнездо. Я такое первый раз вижу. Не, ну, буду ждать пока. Пока у меня батарейки еще хватает. Ну да, надо будет сюда потом каждый день приходить туда. Будем смотреть, ребят, у меня первый раз такая ситуация. Вот, кто в стримы выходит, тот видел. То, что такого не было ни разу. Вот видите, вот он. Вот он. Веточку грызет. Отгрызывает веточку и тащит ее туда. И делает гнездышко себе. Раз, вот раз, отгрыз, пошел, положил. Прикиньте. Ну да, видимо, я его друг. Видимо, он начал понимать по паркам то, что с ним гуляю. Видимо, начал понимать то, что я не отец его там, не мама, а просто друг его. Вот он сюда пришел, здесь вон ломит, видите? А гнездо получается вот здесь. Вот он сейчас здесь сорвет еще одну веточку и повезет наверх. Зов природы, точно. А кто его знает, что он может? У меня белочка первый раз такая. Может, да, может, решил отдельно жить. Вот, смотрите, видите, вот наглядно, смотрите, как. Вот, грызет, отгрызает ветку. Не получилось, не та, не тот размер, видимо. Вот, видите, как грызет. Не подходит. Ну-ка, это. Доброго и вам. Да, у меня чип, походу, отдельно решил жить. Себе гнездо строит. Вот видите, отламывает себе веточку. И наверх тащит, на самый верх, там у него гнездышко. Вот там сейчас вьет себе гнездо. Природа, походу, свое берет. Ну, насчет того, то, что холодно будет, я не знаю, потому что у него шубка. Шубка у него серьезная. Ну, я пока тут. Пока я буду тут, посмотрим. Да. Вон он ломает, ломает эту ветку. Отгрызывает. Да, это точно. Сколько волка не корми. Он испугался звуков.
На меня даже не обращают внимания. Хотя, может, и посматривает на меня. Он же тоже, он должен же показывать мне, видимо, то, что он стал самостоятельный. Ему полгодика. Но самостоятельная белка должна быть уже в 8 месяцев, 8 либо в 9 месяцев. Вот такое природное явление интересное. Видите, оторвал ветку. Раз с обратной стороны пошел. Сейчас он там складывает и сейчас покажу. Вот гнездышко. Сейчас он, сейчас увидите его. Или он уже обратно побежал. Вон он там, чуть пониже. Вон, видите, полез. Вот. Вот, видите, отрывает. Отрывает ветку. И вот сюда вот потащит ее в гнездо. Сейчас. Да, я тоже думаю, это тренировочка. Вот, видите, оторвал какую большую. Смотрите. Раз. Раз, отрывает. Ну да, крышу делает себе там. Будет домик у него. Олеся, привет, привет, крепкого здоровья. А Чип убежал, на дерево залез. И вот домик себе мастерит. Первый раз такое у меня. Спускаться не хочет. А решил себе домик там построить. Он строит себе домик наверху. Сейчас вечереть начнет. Может быть, и вернется. Вот он. Вот трудяга. Вон, видите, как отламывается. Вот он ломает веточку. Да, все, не хочет спускаться. Вон там себе делает. Сейчас докурю, буду звать его. Посмотрим, спустится, не? Пойдет вниз. Не знаю, почему. Видимо, там какой-то фермент в мыле, который его привлекает. Вот он начинает прям на него дико обращать внимание и кушать его. Чип! Чип, а? Чип! 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 Чип, а? Чип! Чипуля! Чип, а? Чип! Чип! Чип, а? Чип! Чип, а?
Чипуль! А вообще, ну реакция. Вы дождетесь его? Ну, конечно, подожду пока, посмотрю. Если он сейчас совьет гнездо, то может он на ночь здесь останется. Посмотрим, если он не будет слазить. Я же здесь не буду ночевать. Вот. Вам не страшно жить в России? Вот, а вы в какой стране живете? Скажите, пожалуйста. Нет, может он для белочки строит гнездо? Может быть. Нет, звук я не знаю, какие ему там. Я на телефон так и у меня не получается записать. Не его звуки, когда он интересные звуки всякие разные издает. Вот, у меня под рукой телефона нет, когда это происходит. Вот он прям здесь. Дождитесь, пожалуйста, увлекся. Я в Америке. Не страшно в Америке жить вам? Ага. У меня очень много друзей в Америке живут. И в России много друзей живут. На Украине очень много друзей живут. Родственники там живут. В Польше живут друзья у меня. Много, по всему миру друзья. И нигде никому не страшно. Главное человеком быть. Я думаю, у каждого есть отец или был отец. Есть мама или была мама. И золотые вам слова всегда говорили, что при любой ситуации нужно оставаться человеком, и тогда будет все хорошо. Поверьте мне, это работает. Вот клянусь вам, это все работает. И вон у меня сколько родственников. И там, и там, и там. Ни с кем не ругаемся, со всеми живем мирно, общаемся. Нет никакого негатива. Так, сейчас приветик, приветик и вам. Чип наверху, сверху сидит. Гнездо начал строить. Вот, видимо, у него инстинкты начались. Сейчас я вам покажу его. Не вижу, с какой он стороны. Наверное. Нет, это центр. Центр Севастополя. Я думаю, как и в любом другом городе. В центре города проезжают скорые помощи. Нет, не страшно. Ну и мне не страшно, что страшного-то быть. Страх – это грех. Нельзя ничего бояться, ребятушки. Он вернется, я уверен, и тоже согласен. Да перестаньте вы. Я же вам говорю, главное заниматься собой, заниматься своей жизнью. Заниматься своей семьей, любить свою семью, любить своих родственников, друзей и все остальное. Все будет хорошо. А не следить за политикой. И если вы политик, да, если у вас там пиджак, галстук, вы там депутат или еще что-то там, ну это другое дело. Там есть политические каналы разные, да, там телевизор и все остальное. Там можно проводить время в всяких чатах и все остальное. Здесь не для этого час создан. Где главное нашей семьи? Так, сейчас покажу. Доброго сына. Спасибо, вернется. Блин, когда уже спустится, подвисло. Вон он, смотрите. Вон он наверху. Вот его. Сейчас, вон, видите, уши, вон, хвостовые уши, вот он шевелится, вон, вон, видите, прям по центру дисплея, хавает там, видите, ветки ломает и вьет гнездо себе, представляете?
родненькие мои, давайте не будем здесь это все обсуждать. Есть политические каналы, где это все можно обсудить, где можно там спокойненько на эти темы разговаривать. И для этого оно все создано. А так, ну, это бессмысленно все. Просто будете себе негатив нагоняете, ругаетесь. Вот, только нервы трепаете друг другу, и все. Зачем оно надо? Да, я так с ним, Ольга, гуляю. Ну, не только так. Сегодня, видите, сегодня уже вот еще один день его. Вот, так в основном, когда у меня много дел, он сидит в капюшоне у меня. И мы с ним гоняем по делам. Также, когда, например, в кафе тоже заходишь, он сидит спокойненько в капюшоне. Вон он там ветку какую большую ломает, видите? Спасибо, ребятушки, за огоньки, за подарочки. Было такое, что чип не возвращался, его оставляли и шли домой. Нет, не было такого. Вот, он самое долгое время пропадал на 3,5 часа, именно из моего вида. Я не знал, где он, что он. Вот, он во дворе у меня убежал, и все, и пропал. Переживал я примерно первые полтора часа, то, что думал уже все, а потом уже смирился, потому что понимал, что это, ну, вольный зверь, я сам научил его природе. Вот, думал, все, он меня покинул. Но через 3,5 часа он вернулся на дерево. Вот труженик, да, вот там такие звуки ветки ломает. Не знаю, вам, наверное, не слышно. Видимо, да, может, сейчас устанет кушать, и устанет, и придет. Настя, спасибо. Вот, правильно, любовь, говорите, правильно. Алина, Рошель, бонжур. Je m'appelle Антон. Больше я ничего не знаю. Что-нибудь там, а-ля passé, je per toi. Не знаю, по-французски или нет, но, тем не менее, вам бонжур, крепкий во Францию. У меня подруга детства живет в Париже. Вот, зовут ее Анастасия. Вот, и тоже с ней нет никакой вражды и всего остального. Мы все ходим по одному, ребята, по одной земле, и все мы землячки. Разницы нет, какая национальность, какая религия. Все мы братья и сестры, поверьте мне. И Бог, он один, просто по-разному называется и по-разному люди молятся. Просто кому-то скучно живется, кто-то готов показывать свое воспитание, а кто-то не готов показывать. Я тоже не без греха, мы все грешные, но тем не менее. Ну вот он сидит, смотрите. А вот здесь он гнездо уже себе соорудил такое интересное. Не-не-не, не надо. Яблоко кушал, строит гнездо. Вот он, видите, вот еще одну веточку кушает. Ой, не кушает, а ловит, да, ломает. Увлекся. Ну да, он конкретно увлекся. У меня такое первый раз. Потому что вот когда были на стриме, вот буквально на той неделе был стрим. Вот он на этом дереве там сверху где-то завис и сидел. Но он там сидел, что-то кушал. Вот, он чисто он не двигался, неподвижный был. Вот, а сидел на одном месте. А тут сейчас, видите, он прям вот гнездо себе вьет. Отрывает веточки, ломает. И вот туда складывает все красивенько. Делает себе там гнездышко уютное. Вон он сверху, кстати, чуть-чуть не упал. Вот он. Владуля, я честно скажу, не знаю. У меня такая первый раз с ним ситуация. Вон он наверху прям. Может быть, да. Харьков то, что увидел, понюхал и понял, может, то, что надо быть. Для кнопочки в квартирку. Что значит для кнопочки в квартирку? Не понял тебя, друг. Степанова, девушка, извините. Ну вот не знаю, у меня такой, видите, первый раз. Видимо, то, что вот зоологи мне сказали. У меня, кстати, 3 зоолога очень хороших, добрых людей. 2 в Европе живут, 1 в России. Вот они мне все, можно сказать, в один голос сказали, то, что у него начнется гормональный фон, он уйдет от вас.
Вот у него сейчас гормональный фон начался. Чип. Чипа. Чип. Чипа. Чип. Чипуля. Чип. Чип. Чипуля. Иди сюда, орехи дам. Огурцы, яблоки, все есть, братуха. Пушистый. Чип. Чипуль. Вот он, смотрите. Вот, видите, вот. Мешочек что-то грызет, сидит. Грызет веточку. Сейчас хочет отгрызть ветку. Так. Рука устала держать. Сейчас, секундочку. Так, для гаечки. Да, видимо, для гаечки домик строит. Самое интересное, что хорек тоже начал. Дерево лезть. Да, да, да. А он этот хорек, он такой неуклюжий, он пухлый. Его, видимо, перекормили. Он, когда видели, когда ходит, да, он переворачивается на спину. То, что равновесие держать не может. Вот, не знаю, насколько он дикий зверь там или хищник, да, но он больше похож на няшного домашнего животного, которого затискали, да, чересчур люди. Строит на дереве гнездышко для девочки своей. Может быть, да, может быть. Сейчас посмотрим. Давайте его сегодня. Ну, не сегодня. Ну, сегодня посмотрим, не знаю. Ну, если он не слезет, я на это дерево вряд ли залезу. Вот, потому что видите, какое оно. Это тополь. Соответственно, здесь. И тем более, там этаж какой-то. Я думаю, этаж третий, четвертый примерно, да, даже выше. Вот туда мне залезть будет очень сложно. Домой называем, придет позже. Не знаю. Не знаю, давайте так. Вроде не весна еще. Ну да, еще не весна. Но в доме шкодничает. Да, шкодничает. Очень любит в земле цветы поковырять. Любит. Вот он вылез. Видите? Вот, грызет, сидит ветку. Толстую ветку начал грызть. Сейчас ее сорвет и потащит обратно туда вниз. В гнездо. Закладки всякие делает в цветах. Орехи свои прячет. Нужно вызвать МЧС. Не, не надо МЧС. Все ждем возвращения чипа. Ну да. Но у меня он первый раз так себя ведет. Он так еще себя не вел. Я просто пока смотрю, чтобы котов нигде не было. Вот собака бегает. Котов, слава богу, нету. Тот хаски всех их пошугал, котов. Ни одного котика нету вблизи. Вот он сидит. Вот он. Вот грызет, сидит. Да, я думаю, минут 20 он сидит там точно. Делает гнездо. Собирает ветки и относит в другую сторону. Взрослеет, скоро может уйти. Может и уйдет. Караулит. Дерево постучает чем-нибудь сильно. Только что стучал по дереву, не знаю. Сейчас попробую еще раз. Чип. Чипа. Чип. Чип. Чипуля. Чип. 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 Чипа. Кушать будешь? Чип. Орешки, морешки, огурчики, помидорчики. Все есть, дорогой мой. Чипуля. Не-а. Первый раз такой, ну и реакции, представляете?
он ваш голос знает, позовите его, может спуститься. Голос он мой знает, но почему-то не спускается. Сейчас буду тарабанить по дереву. Здесь ему небезопасно. Согласен, что и здесь ему небезопасно. Да, орешки, по орешками надо стучать. Мне неудобно, потому что у меня телефон. Сейчас я телефон куда-нибудь положу, попробую постучать орешки. У меня вот как раз есть два орешка. Осталось с собой. Спит крепко? Нет, нет, нет. Он в это время не спит. Он начинает спать позже. Сейчас я телефон положу, ребятушки. Секунду. Чип. Чип. Чипа. Чип. Все, пипец, загулял. Юра, привет, привет. Камнем постучи. Здесь камни, камней-то нет, а вон тот большой. Нет, чипу невесту нашел. Нет, невесту мы еще не встретили. А этими орешками. Не, я думаю. Он увлекся. Проголодался. Проголодался, спустится. Ну, видимо, да. В одном ролике видел твои комменты. Спасибо. Чип запоешь. Ну, сегодня пятница, видимо, видите. Что-то там он унюхал. Люди проходят все. Смотрят, видят его, как он там. А вон, видите, он бегает там. Собирает гнездо себе. Он не отвлекается вообще. Начал себе строить гнездо, и все, прям конкретно он задача у него в голове, то, что нужно построить гнездышко. Он понимает, что сейчас уже вечереет. Инстинкты срабатывают, как ни крути. Ну, видите, как пытается оторвать. Вот. Вот видите. Не может оторвать ветку. Нет, у нас как бы много. У кого есть белки, да? Только, ну, они далеко от нас находятся. Вот, им нужно ехать. Вот, мы пока здесь находимся. Да, я понял, я знаю, но пока вот у нас нет контакта. Пока только так. Еще дикую мы не встретили, но дай бог еще встретим. У нас все люди стоят, смотрят, как чип себе гнездышко вьет. Он куда-то пошел. Вниз, что ли, пошел. Ну-ка. Чип! Чип. Чип. Чипуля. Чип. Вот он, видите? Вот он. Чип. Чип. Чипа. О, услышал меня, неужели? Чип. Иди сюда, чипуль. Иди сюда, мой хороший. Иди сюда, чипуль. Иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Чип, иди сюда. Чипуль. Иди сюда. Иди сюда, строитель ты. Иди сюда, хорошему. Иди сюда. Чип.
Чип. Нет, все равно. Вот он. Ну ничего, еще, я думаю, со всеми познакомим. Ну, видимо, да, видимо, есть такое, что и мужики у белок строят гнезда. Они же, видите, все разные белки. Вот, кстати, я тоже думал насчет мыла. Но у меня рукавичка постирана мылом. Вот. Вот у нее запах мыла есть. Я ее пропитал мылом. Потом постирал, чтобы у нее не оставалось мыла. Но он ее нюхает, ему нравится запах этой перчатки. Но он все равно не играет с ней, когда одеваю перчатки. Да, хозяин конкретный. Чип! Чип! Ну да, видите. Маленький строитель. Чипуля. Чип, иди сюда. Чип. 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 Ну да, да спустится, я думаю. Но здесь опасно его оставлять. Интересно, почему он именно на этом, на тополе начал строить дерево. Насколько мы гуляли, всякие хвойные такие деревья. Почему-то он на них не строил. А вот именно сегодня ему захотелось гнездо построить. Вот тоже дерево, смотрите, какое стоит, пушистое, все зеленое. Мог в нем построить. Чип. Чипуль. Чип. Ну да, вот у него гнездышко это. Видите, он прям вот, вон он прям залез туда в гнездо и сидит. Сейчас. Он ветку скинул. Чип. Чипа. Чип. Ну иди сюда, что ты там висишь? Хватит дом строить. У тебя нормальный домик сделанный есть. Пошли домой кушать. Ну, во дворе молодой орех растет, два бельчонка обнесли весь. Красота, класс. Ну да, видите, как зеленые около дорожки и машины шумно. Угу. Какую-то шайбу поймал, видимо, что-то. Ну, пятница, видимо, видите. Он же белка, поймал белку какую-то и все, в голове. Так, что там? Все ломать. Слазь давай, он в гнезде уснет. Все там и останется. Чип, пошли домой кушать. Любимая игрушка у него. Любимая игрушка дома. С собой я не брал. Ну вот я вот. Сколько мы гуляли по паркам везде, вот в лес даже ходили, гнездо мы так и не нашли никакое.
видите, строитель маленький веточку отламывает, откусывает ее. Видимо, да, видимо, время приходит. Он отломал ее, раз, понес на другую сторону. Сейчас вокруг обойдет. Он туда в гнездышко себе положит еще одну веточку. Мне кажется, сейчас уже темнеет потихонечку у нас. Сколько время? 17. Через полчаса, через минут 40 будет сумерки. Мне кажется, он туда уже и спустится. Хотя, не знаю. Чиполлино, иди сюда, Чип. Вот. Вот еще одну ветку ломает. Не знаю, в этот момент не хочется мне никуда уходить. Вот, тоже переживаю за него. Тут же здесь котов много. Привет, привет. Чип, иди сюда. Чипуль. Нет, он просто, видите, тигра, согласен, что обязательно спустится. Он первый раз начал гнездо строить. Раньше такого не было. Он берет веточки, сейчас надкусывает, наверх приносит их и складывает. Гнездышко себе строит. Раньше такого он не делал. Вон он, видите. Вот он. Нет, на это дерево я залезть не смогу. Вот это тополь. Оно максимально неудобное, без веточек. Я по-любому упаду с него. Вот хулиган. Ну что, тогда нечего будет мне снимать. Чипуля, все что ли? Оставляешь меня? Чип, оставлять тебя здесь, я домой пошел. Чип. Чип. Чипа. Ну, видимо, да, он любит тополя почему-то. Ну, я раньше никогда не видел на тополях белок. Чип, Чипуля. А люди проходят, смотрят, думают, что за тип белку там зовет. Да я думаю, нет, побольше здесь, чем 7-8 метров. Хотя, может, где-то 7-8 метров, где-то так, да. Ну, этаж третий где-то. Вот он, видите? Видите? Ломает веточки и носит. Ну, полчаса точно он уже там сидит. Вьет гнездо. Он собирает ветки, короче, и уносит их на другую сторону. И собирает там гнездышко себе. Я не знал, что это самцы делают. Думал, это делают самки. Прям как пытается сорвать еще одну, смотрите, видите? Вот, отламывает прям. Смотрите, как раз, раз. Чип, ты красавчик, конечно. Но кушать-то хочется, Чипуль. Кушать хочешь? Че ты смотришь на меня? Вон, увидел, прям на меня посмотрел. Иди сюда, Чип. Чипуль, иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Чип, Чипуля. Иди сюда, мой сладенький, иди сюда. Чип. Чипуля. О, пошел. Иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Я уже переживать начал за тебя. Иди сюда, Чипуль.
Иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Чипуля, Чип, иди сюда, мой сладенький, иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Чип, Чип, иди сюда, Чип. Чипулечка, иди сюда, я тут. Иди сюда. Чип, иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Чип, Чип, иди сюда. Чипуля, давай, давай, давай сюда. Иди сюда. Чипа. Давай, давай, не прячься, иди сюда, я тебя вижу. Иди сюда, иди сюда, мой хороший, иди ко мне. Иди, мой сладенький, я тебе орешки дам, огурчики, давай, иди сюда. Иди, я запереживал уже, иди сюда, мой хороший, иди. Ты молодец, ты хозяин настоящий, все построился. Ой, ты молодец, вот это шо, класс. Ну-ка, залазь капюшончик, давай, залазь капюшон. Капюшон или куда, или в кофточку, залазь в кофточку. Ты мой сладенький, ты мой хороший. Все? Моя ты рыбка золотая, ты мой сладенький. Ну, вот так вот, ребята, происходит весь процесс. Вот. Первый раз он вил гнездо. Думаю, всем понравилось. Вот, чуть-чуть напугал всех. Ура, ура, да, я согласен, ура, я тоже сам рад. Видите, спокойненько сидит. Вот. Нагулялся. Но у него сегодня был первый опыт постройки дома. Вот, значит, он уже готов строить себе домик. Вот, эти процессы я первый раз сам наблюдаю, потому что белка, живая белка у меня первый раз. Такая белка, я думаю, у всех была, особенно после выходных, да? Вот, сейчас я всем на комментарии отвечу, подождите, пожалуйста, тут много написали. Вот, сейчас он залезет в капюшон ко мне, покажу, как он в капюшоне. Не надо его оставляешь. Он не себе, он для нее. Да, он, видимо, он чувствует то, что у него скоро появится самочка. Ну, нет, внимание, видимо, он обращал. Вот. Он слышал мой голос. Вот, слух у них, видимо, хороший у белок. Дождался. Спасибо, Тигра, за подарочек. Ура, 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 ура. Спасибо, ребятушки, что были все со мной. Ну, слава богу, да. Теперь можно уходить по делам.